Всем привет! Сегодня на обзоре двутон под номером 795. Этот глюкофон настроен в тональности астрал ля минор. Строим в 432 Гц. Давайте послушаем, как звучит. Для прослушивания лучше использовать наушники, либо хорошую акустику. Этот процесс может длиться бесконечно. Также можно играть руками. Руками немножко другой звук. Инструмент настроен гармонично. Здесь все ноты сочетаются друг с другом, поэтому на этом глюкофоне может играть абсолютно любой человек, без каких-либо музыкальных знаний, без какой-либо подготовки. Все интуитивно. Какую бы последовательность ударов вы ни выбирали, какие бы лепесточки не использовали, всегда будет красиво. Поэтому абсолютно любой человек на нем может сразу сыграть и при этом не фальшивить. На нем просто невозможно сфальшивить. Палочками сразу у всех получится. Руками нужно немножко отработать удар, чтобы сразу получилось. Потренироваться нужно. Сам инструмент двутон, он имеет более богатый спектр звука, более насыщенный обертонами, поэтому у него такое звучание по сравнению с обычными лепесточками одинарными, такое более объемное, более такое как проникновенное. Сами вибрации инструмента, они, когда вы ставите в такое положение, его на коленке себе, либо просто ставите, используют там, ставят на живот его для звукотерапии, то есть для всяких таких медитационных практик. Он прям передает вибрации, и ну, это вообще как бы ощущается. Вся вот эта музыка, которая в нем, она ощущается, как будто переходит в вас. Здесь идут фиолетово-синие, немножко голубых оттенков. Все это дело закручено такой галактикой. С обратной стороны
ножки из натуральной кожи. Ножки обеспечивают защиту лакового покрытия, когда вы ставите на твердое, и обеспечивают звучание инструмента. То есть вам не нужно никакие подушечки, никакие мягкие места искать, просто поставили на стол и играете. Ну, как и говорил, лучше он будет звучать, когда вы ставите к себе на коленки, либо сидя на стуле, либо в позе лотоса, там, как вам удобнее. Можно различные другие варианты заказать инструмента, либо посмотреть то, что в наличии есть. Вся информация есть на сайте, либо в группе ВКонтакте. Заходите, смотрите. Все ссылочки есть в описании. Там же есть мои контакты, куда можно написать или позвонить. Ну или просто пишите в комментарии, если кому-то что-то непонятно. Комментарии я читаю и отвечаю на них. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.